отношение Байкала как символ отношения к природе России, символ отношения к народу России, я так понимаю, да? И вот что, как бы вы прокомментировали вот это вот решение по открытию байкальского ЦБК, что оно, в общем, показывает? Ну, я считаю, что это преступное решение. Уничтожение такого священного озера, как Байкал, это только враги России могут делать, и преступники. Это, безусловно, экологический вопрос, и правильно, что экологи этим занимаются. Проблема только в том, что его нельзя экологическими интеллигентными методами решить. Этот экологический вопрос может быть решен только политически. До тех пор, пока экологические организации это не поймут, они так интеллигентно и будут на Болотной площади разговаривать, убеждая в очевидном друг друга. Дело в том, что у власти находится питерский криминал, паханы. Они в гробу видели ваши интеллигентские разговоры. Вот. Они к своей стране относятся как к собственной вотчине, к собственному карману. Творят на ней беспредел, народ безмолвствует, и они этим активно пользуются, и загаживая Россию, и обогащаясь одновременно. Поэтому способ борьбы за чистый Байкал только политический. Кто подписал постановление? Как его зовут? Путин Владимир Владимирович. В отставку. Точка. В отставку. Верховный суд. Сейчас вот иск мы подали вместе с экологами с требованием отменить преступное постановление. Нарушен закон о Байкале. Нарушены экологические международные обязательства России. По всем по этим позициям, естественно, должно быть принято решение. Но так пока не будет жестких политических требований, я думаю, он дальше будет беспредельничать. Он презирает народ, он заткнул всем рот, он запугал даже экологов. Вот. Страна у нас генетически, к сожалению, хорошо все помнит, поэтому вот к такому, знаете, к открытому противостоянию с режимом она не готова, но скоро подготовится. Мы уж, по крайней мере, поможем. Ну, какая-то политическая сила есть, которая может вот этим процессом как-то... Ну, я считаю, что кооперация в данном случае экологов и политической оппозиции – это ровно то, что решит проблему Байкала. Именно кооперация. До тех пор, пока вы находитесь в стране и говорите, вы никакого отношения к политике не имеете, до тех пор ничего не будет решено. Равно как если одни политики будут этим заниматься. Потому что когда занимаются одни политики, то тогда говорят, что они зарабатывают все политические очки. Когда занимаются одни экологи, их Путин не слышит, поскольку он вас просто какими-то безмозглыми котятами считает. Да? Он вас вообще за людей не считает. Да? Поэтому только вот кооперация политиков и экологов, почему я сюда и пришел, я считаю, может решить проблему. Есть масса проблем экологических, которые можно решить без политики. Но это не тот вопрос. Когда наглым образом подписывается вопреки мнению ученых, мнению жителей, мнению там общественности мировой, когда наглым образом принимается такое решение, то это политическое решение. Нет экологических методов борьбы с политическим решением. Их нету. Вы в тупике. Вы до тех пор, пока не по этому вопросу не солидаризируетесь с оппозицией, да, пока будете стесняться, бояться скандалов и так далее, вы просто не решите вопрос. Все.